Эфир программы «Новины региона» у студии Катерина Городницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску «Глядите». Еще одно дорожно-транспортное здарение и небеспешный пешеходный переход демонтуют. Посадочный диаметр 18 дюймов. Белшина начала серийный выпуск шин для кроссоверов. Назапасить витаминные ягоды и навод заработать на журавины урожайный год. Кувейт, Камерун и Оман переобуются у белорусские шины. Пробную партию гумы поставила бобруйское предприятие «Белшина». У вогуле айчинный вытворца автомобильного обутка мае партнеров у 70 краинах свету. Промысловцы уверены, знойдутся покупники и на самую великую шину. Вагой амаль 6 тонн и больше за 4 метры у вышиню. Протяг темы у наступным материале. Каб атрымаць якасную шыну, патрэбны некалькі десяткаў мудрагелістых рэцэптаў. Напрыклад, у аснове бабруйскага абутку аўтамабіля натуральны каучук. У Інданэзіі яго атрымліваюць сокам лешнай расліны гівеі. Вэнджаны на рэхавых пілаваннях ён пастаўляецца на завод. І ў кожнай частцы шыны свой рэцэпт. В рецепте используется порядка 15-20 ингредиентов разных, начиная от каучука, ускорителями, наполнителями, противостарителями. Используем то сырье и материалы, которые используют мировые производители. Сёлета у рецепты дадалі яшчэ і дыоксид крэмния, які умацаваў стапленне шин з мокрай дарогай. У выніку высокотехнологічная вытворчасць, якую стварылі дзякуючы масштабнай модернізацыі, напрыклад, завода масавых шин, на што спатрэбілася звыш 100 мільёнаў долараў, змагла рэалізаваць самыя амбіцыёзныя планы. «Белшина» освоила производство шин от 15 до 18 дюймов, и это не предел. «Белшина» работает над проектами 19 и 20 дюймов. Мы начали комплектовать белорусско-китайское совместное предприятие по производству легковых автомобилей. У листопаде для «Белджи» отгрузят свыше 1000 новых шин 18 дюймов, которые на тестах переузышли аналоги по интенсивности разгона, эффективности торможения. В наступном сезоне яны з'явятся и у продажи, как забеспечить внутренний рынок. Не менш складаны і новы працэс засвоілі і на заводзе звышбуйнагабарытных шын. Вытворчасць шаститоннікаў больш за 4 метры ў вышыню. Такога абутку для кар'ерных самасвалаў дагэтуль Беларусі яшчэ не выпускалі. Это выпуск шын с посадочным диаметром 57-63 дюйма. В настоящее время 57 дюймов прошли стендовые испытания на заводе. Собрана первая шына с посадочным диаметром на 63 дюйма. Наперадзе кар'ерныя іспыты, а таксама пошук пакупнікоў. З улікам попыта ў свеце гэта будзе нескладана, упэўнены на заводзе. Тым больш, што якасць бабруйскіх шын ўжо вядома далёка за межамі. Вытворца мае партнёраў у 70 краінах. Андрэй Шуляк, Андрэй Ястрабаў, «Навіны рэгіёна». Сёлета, як ніколі, ураджайны на журавіны год. Аблспажыўсаюз закупіў у насельніцтва гэтых ягад у 2,5 разы больш, чым летась. Адпаведна, больш рэалізавана прадукцыя Украіны заходняй Еўропы. Каштоўная ягада ў асартыменце і на айчынных паліцах. Пра журавіны цікавілася Таццяна Сергейчык. Збор журавіны давно завершился, однако на рынках свежая ягода у наяўности. Вядома, гэта кладезь витаминов, а яшчэ и простора для розных кулинарных рецептов. Конечно же, в капусту, в салаты уже люди добавляют многие, вместо гранатовых зерен. Много рецептур. Ну, вот так. Варенье, морсы? Да? Варенье, морсы. Варенье уже и с грецким орехом варят, с апельсином. Пироги печем, кисель варим. Ну, это одна из полезных ягод. Она подвергается заморозке, либо простой способ хранения. Можно просто в простую потребительскую тару налить немножко воды, и она довольно-таки неплохо хранится определенный период времени. Збор дикарослых ягод пополняют у тым ліку и бюджет вяскоўцаў. Сёлета чарніц было мало, а вось для журавін год оказался ураджайным. Многие збирали ягоды целыми семьями. Закуплено продукции более 130 тонн. Объемы к уровню прошлого года увеличены более чем 2,5 раза. Населению выплачено за данную продукцию порядка 400 тысяч рублей. В текущем году были умеренные доступные цены, закупочные порядка 3-3,5 рублей за килограмм.
Данная продукция весьма пользуется спросом у населения. Часть продукции реализована на рынках области. И амаль палову объема жировин, что закупили сёлета у населенства, реализовали Украины Евросоюза. Основный споживец – Польша. Як говорится, им товар, нам валюта. Татьяна Сергійчик, Миколай Соболев. Новини региона. Молодежные инициативы, якости сучасного керовника, подтримка студентов у этой темы были узняты под час встречи старшини гарвыканкама Владимира Цумарова с представниками студентской молоди высших научных установ Могилева. На встречу запросили 12 лучших представников студентской молоди Могилевских ВНУ. И они пришли с питаниями, пропановыми инициативами. Для себя лично хочу узнать, какими качествами должен обладать руководитель. У нас есть инициатива поставить буквы «Я люблю Белорусско-Российский университет», да, на входе. Но это нужно разговаривать с архитектурно-строительной комиссией о том, что мы все-таки находимся в центре города, да, и для размещения этого всего необходимо пройти очень много инстанций, чтобы нам позволили это поставить, потому что это все-таки внешний вид города и все остальное. Вот, хотелось бы, наверное, чтобы он направил, вообще одобрил бы наши инициативы. Владимир Цумаров выслухал кожного, особливо цікавився студентами со своей альма-матер Белорусско-Российского университета. Встреча тягнулася больше за годину. Конечно, у всех питаний и пропанов молоди за гэты час не охопить, але диалог отримался конструктивным и корыстным. Керовник города пообещал, что такие встречи будут регулярными. Мы должны сверить наши часы. Правильно мы идем с молодежью, в ногу ли мы с ними, потому что у них очень много предложений, которые заслужат внимания. И мы много для себя возьмем, чтобы в будущем скорректировать программу развития нашего города. Наталья Ильинична, Сергей Крапяков, Денис Бутылин, новини региона. По традиции звернуться с питаниями до представников улады жихары в области смогут у субботу 18 листопада. У Могилеве и Бобруйску и во всех райвыканкамах Могилевшины так само пройдут прямые телефонные линии. С 9 до 12 годин у Могилевским облвыканкаме прямую телефонную линию проведет керовник справами Рыгор Воронин. До его можно звернуться с питаниями по контролю за выполнением документов, типа работе со зворотами громадян и юридичных особ. Телефонуйте номер у Могилеве 50 18 69. У Могилевским гарвыканкаме ваше телефонование будет принимать старшиня городского совета депутатов Сергей Иванов. Телефонуйте 42 2102. А наместник старшини Бобруйского гарвыканкама Александр Маркачев отповедно будет принимать ваши зауваги на своем месте. 18 листопада до его можно будет потелефоновать по номеру 76 21 41 у Бобруйску. Две інша марки сутыкнулися у центры Могилева. Як поведомили у Держаутоинспекции, водителя автомобиля «Форд», який рухался по улице Пионерской, при повороте на улицу Лепешинского не соступил дорогу «Ситроену». Той на хуткости урезался у правый бок «Форда». Его кировца отримал травмы, мужчину шпитализовали. И у Могилеве начался демонтаж пешеходного перехода без светлофора на улице Якубовского. Дорожные знаки «Пешеходный переход» изменили на «Переходу няма». Неподалек от переходу, які демонтируют, справа и слева находятся зебры со светлофорами. Як поведомили у Держаутоинспекции, организацию дорожного руху на этом участку переглядели у тым лику за дорожно-транспортного здарения, якое отбылося тут вечером 12 листопада. Тады непосредственно на пешеходном переходе Volkswagen сбил мать с дочкой и мужчину. От телесных пошкоджений 34-годовая женщина померла на месте. 8-годовую девчинку и мужчину с травмами шпитализовали. По факте гибели следчик комитет завел криминальную справу. До речи, и месяц тому миновито на этом самом месте машина сбила пешехода. Ён помер. По информации ДАИ, сёлета за порушение правил проезду пешеходных переходов отбылося больше за 40 дорожно-транспортных здарений. 3 человека загинули, 43 отримали травмы. В связи с этим хотелось бы напомнить пешеходам о том, чтобы они, при переходе улицы по пешеходному переходу необходимо всегда убедиться в безопасности, в том, что все машины остановились. Ну и в свою очередь водителям, всегда подъезжая к пешеходному переходу, особенно к нерегулируемому, нужно повысить свое внимание и сбросить скорость. Городские улады планируют реконструкцию в улице Якубовского и реорганизацию на ее дорожного руху. Сёлета это уже третий могилевский пешеходный переход без светлофоров, які демонтируют. Планируется ликвидовать еще один. Олеся Рыбалка, Сергей Карпяков, Денис Бутылин и Виталь Вопсев. Новини региона.
Гуманітарну допомогу адресно для тих, кому гэта потрібно, збирають у Германії неабиякові люди. Спадар Герхард штогод особисто приїжджає на Могилевщину і передає посилку. Гэтым разом допомога накіравалася у Комінтерновскую середню школу і у Могилевскую больницу сестринського догляду. Ключи ад аўтамабіля Герхард Лангнер перадае ў бальніцу сястрынскага догляду. З такой просьбай летась звярнуліся да дабрачынцы ва ўстанове, дзе пражываюць 60 сталых чалавек, якія пакутаюць на хранічнае захворванне. Герхард знайшоў на сайце былы школьны мікраўтобус, сабраў на яго грошы, адрамантаваў і цяпер прыехаў перадаць непасрэдна ва ўстанову. Дапамога каштоўная, дзякуючы гэтаму аўто можна будзе перавозіць цяжка хворых пацыентаў да розных спецыялістаў. Калі я прыехаў сюды летась, каб даведацца, што патрэбна гэтай установе, гледзячы на людзей, якія тут жывуць, я не мог стрымацца, каб не заплакаць. Я вырашыў дапамагчы. Мы умеем спачуваць. Такі ў мяне характар. Он передал нам гуманитарную помощь в виде белья постельного, гигиены, предметов личной гигиены, садового инвентаря. Он нам очень помог, и мы надеемся, что в следующем году Герхард приедет к нам опять и поможет нам. Немецкие доброчинцы так само допомагают Могилевской школе-интернату для детей хворых на сколиоз, Салтановскому психоневрологичному дому-интернату, дитячи СОС Вёсцы. Наши народы недалеки друг от друга, что в случае необходимости мы всегда можем помочь друг другу. И мы хотим это делать без какой-то команды, а просто по зову сердца. Поэтому мы давно дружим и с немецкими организациями, и с господином Герхардом, и общаемся и в плане помощи и поддержки наших лечебных учреждений, наших детских учреждений. А у будущем мае социальные объекты, якія патрануе добрачынная организация Герхарда, наведуюць и іншыя люди, якія жадаюць дапамагчы. Кристина Каранкевич, Денис Бутылин, Новини региона. Могилевский хоровы дзеяч Ірына Пекарская отзначила юбилей. Уладальник премии «Досягнення», медалю святых Кирилла и Мефодия и інших почесных узнагород, хоровик-дирижер, добра вядома у хоровым асяроддзі Беларуси и поза межами. И у день нараджения Ірына Пекарская за дирижерским пультом. Святошный хоровы концерт отбылся у городском доме культуры. Ірыну Пекарскую віншавалі студенты, выпускники и коллеги. Калісьці майстра беларускай школы харавога дырыжыравання Віктор Роуда называў яе сваёй харавой унучкай. Цяпер Ірына Пекарская сама вучыць гэтаму мастацтву, спалучае адразу некалькі прафесій – дырыжор, артыст і выкладчык. Наверное, проще находиться на сцене. Конечно, да, долгая подготовка – это очень большой титанический труд для выхода на сцену. Но научить кого-то этому же еще гораздо сложнее. Поэтому для меня, наверное, важнее это педагогическая работа. За годы работы Ірына Пекарская подрыхтавала десятки специалистов. Хоровыми дирижерами и спеваками стали не все, але каждый выпускник удячна своему выкладчику. Она учила меня не сколько быть музыкантом, сколько быть человеком-музыкантом. Понимаете? А то, что у меня академическое образование, а работаю я с детьми-эстрадниками, мне очень помогает академическое образование. Тому, чему меня учила Ирина Владимировна. Я совмещаю академические навыки и эстрадные навыки, и вот получается то, что получается. Очень интересно вообще учиться у этого человека всему абсолютно. То есть, ну, наша духовная наставница, наша хоровая мамочка. Повиншовать хоровика с днем нараджения так само пришли коллеги. Видеопровитание дослали из Московской консерватории, из Альма-Матер, Белорусской академии музыки у Минску. Как говорят, дирижирование не женская профессия, да? То, глядя вот на такие лица многих дирижеров женщины, в том числе Ирины Владимировны, эта пословица не имеет под собой никакой основы, потому что она достаточно сильна, достаточно амбициозно образована, чтобы вести за собой. Увесь вечер на сцене гучала хоровая музыка, чистый унисон и стройная гармония. Это самые лепшие подарунки для хоровика. Алина Соловьева, Александр Тарасов, Новини региона. А на гэтым пакуль усё, я з вамі развітваюся. Яшчэ больш навін на нашым сайце tvrmogilev.by. Да сустрэчы!